У меня еще один звонок. Доброе утро. Да, я еду туда. Я буду через 20 минут. Знаю, сегодня суббота, но это важная работа. Помните, это место опасное. Очень. Джей, как там? Пока ничего. Он должен быть к нему таким злым. Ему 35, и он думает, что он волшебник. Ты ему сочувствуешь? Почему бы тебе не помочь ему сделать какое-нибудь заживляющее заклинание? Джонс, перестань.